Fate of Scare. В общем, такая вот история. Время наводить суету, где бы то ни было. В данный момент мой, так сказать, выбор пал на Made of Scare. Это Скерская Дева. Инди-проект, я так понимаю, что в хоррор-стиле это хоррор-игра. Каким-то образом меня занесло в раздел вызовы, где, собственно, мне вызов и бросили. Вызовы, с которым я не смогла совладать. И я так понимаю, что я в данной проекции все-таки проиграла. Но, тем не менее, хотелось бы поиграть такие в полный вариант Made of Scare, чтобы понять, что здесь, черт побери, происходит. Поэтому с этого я и начну. Внимание, да-да, это я уже поняла. Давайте уже начнем. Скорее всего, я выберу средний уровень, потому что меня интересует как и сложность, так и сюжет. Для тех, кто хочет бросить вызов и получить сбалансированный опыт игры в жанре хоррор, рекомендуется для большинства игроков. Именно поэтому, да, я выбираю средний, поехали. Я наслышана об игре, то есть я частично видела фрагменты из игры, но в игру я, собственно, не играла. Dearest Thomas, мой дорогой Томас, я вынужден написать не то, что хотела бы, но это тема на наших планах, любого мила. Yet there is но это не все, есть кое-что еще намного хуже, и очень надеюсь, что ты поймешь, но боюсь, ты решишь. Мой отец, как мне кажется, пытается использовать меня так же, как раньше использовал мою бедную мать. Он желает, чтобы я пела для него, пока раньше пела она, чтобы привлечь клиентов в этот проклятый клочок земли из земли из-за моего отказа от заката меня здесь, в отеле Скир. Я не могу рассказать больше, но молю тебя. Умоляю тебя сочинить для меня мелодию, похожую на ту, которая играет в этом медальоне моей матери. Я понимаю, что это просто может показаться странной, что... Но без этой мелодии вся надежда удержать то зло, которое собирается здесь, будет потеряно. Твоя любовь навеки, Элизабет. Никогда не верьте девке по имени Элизабет. Твоя любовь навеки, Элизабет, да, да, это лично. Чё, блядь? Только чистое сердце может петь. По-моему, я сейчас оглохну от этого звука. Я не знаю, как... Made of Scare, Скирская Дева. А, блин, я, похоже, оглохла, поэтому я дальше не могу играть. Простите, при всем уважении. Блин, что это было такое? До 70 убираю. Потому что не смешно. Ну, весело, но не смешно. А не, погоди. А настройки, в принципе, с прошлого раза, когда я заходила... В принципе, сохранились. Ну, ладно. Ладно. Понимаете, громкость диалогов, то есть в данный момент во вступительной сцене, в катсцене, ведь был диалог, выходит, но, тем не менее, он звучал так, как будто я сейчас оглохну, нафига? Мне это надо. Я уменьшила до 40, и все равно это очень громко. Также я хотела бы попросить извинения за свой гнусавый голос, потому что я очень сильно простужена, у меня болит горло, у меня ангина, меня заразили жутко страшно. Короче, соединим все эти элементы воедино и получим жуткий хоррор. Ноты Томас Эванс. Стало быть, мы Томас Эванс вращать. Погоди. Ага, вот так, как я умею, видите? И для чего мне это нахрен нужно вращать? Что это мне дает? Сп-
спаси, сохрани, Господи. Прочесть-то ноты можно, о чем мелодия вообще? Спасибо. Scare Island. Скерский остров, я так понимаю. Scare Island. Island ведь это остров, верно? Хорошо. Можно сказать, что в некоторую пробную версию я уже поиграла. По ошибке, влезая в дополнения, которые мне совсем пока что не нужны. Здесь также есть, что это такое, флаг Великобритании. Окей, значит, мы англичане. Мы англичанин, все понятно. И также нам здесь заблокировали... Мне заблокировали проход к, как его там называют, проводнику, дабы я не предъявил своих претензий в плане обслуживания моей кабинки. Видимо, поэтому номер 030, я так понимаю, 30-й, короче, номер у меня был. Я свою сумку за каким-то фигом оставил внутри вместе со скрипкой. Но, тем не менее, мы налегке решили идти. Ну, знаете, я так понимаю, что парень вообще-то умный. Наш главный герой, он, видимо, прошаренный парень. Поэтому он знает, что надо идти налегке. Музыкальный медальон Элизабет у нас, соответственно, имеется. И те самые ноты. Томас нас зовут, надо запомнить. Томас нас зовут, и... Мы идем искать свою невесту, которой нужны эти самые ноты, дабы сочинить классную песенку. Суметь удивить здешних обывателей. А единственное, что я не пойму, почему я здесь одна в данном вагоне. Это же вагон, да? Как это называется? Состав, вагон. О май гад, вот и сдается. О боже мой, меня привезли в Припять. Я в Припяти. Закрой скорее дверь, чтобы никто больше не вышел оттуда. Так вот, нас привезли в Припять. И знаете, что меня удивляет? Меня удивляет в первую очередь, бросается в глаза странный контраст, который возникает, когда вы выходите... В общем-то, на перрон, вы понимаете, что по данным железным путям поезда не ходили лет, так сказать, наверное, 20. Но каким-то образом вот этот вот состав, на котором вы приехали сюда, смог добраться. И он выглядит совершенно новым. То ли это какой-то частный поезд, я фиг его знаю, но как вот сюда доехал, хрен его знает. Потому что здесь совершенно заржавелые, совершенно непроходимые пути. И вот это вот отклонение, то есть вот эта балка, которая металлическая или что это, я не могу туда пролезть, прыгать я не умею. А, это деревяшка какая-то тут валяется. Вы мне предлагаете еще побегать? Ну, благодарю. Это классно, да. Я не сомневаюсь, что побегать здесь придется. Мне вдоволь. Тропинка здесь тоже очень протоптанная, как вы можете видеть. Что хочется сказать о самой станции? Она просто красная, классная. Здесь это что такое? Это, по-моему, на причалах, на морских, возле морских судов ставят такие штуки, такие катушки, на которые накручивают тросы, которыми корабли бывают привязаны к берегу. Весьма странно, что эта штука здесь находится, но тем не менее, здесь также имеется карта. Мы находимся на острове. Это Scare Island, Скерский остров. Irish Sea – это Ирландское море. Я во всяком случае, это так понимаю. Может быть, я ошибаюсь. Кто знает точно, может поправить. Но это означает, что мы находимся в Ирландии. Это Ирландия. Окей. По-прежнему Англия. Здесь также имеется вот эта вот офигенная будка,
которой нет ни сидения, никаких признаков жизни, нет, то есть... Еще где-то поезд пыхтит, или что это за звук был? Паровоз какой-то ездит. Да ну нафиг, не может этого быть. Здесь же просто мертвая зона. Я, знаете, я бывала в Припяти, благодаря игре Сталкера. И там даже таких пустот не было, как здесь. Удивительно, что здесь, вот в данном сооружении, данной будке, нет никаких условий для того, чтобы здесь билетер располагался. Здесь он должен располагаться, я так понимаю, что он здесь проверял билеты или... выдавал какую-то регистрацию при посещении данного острова. Плюс здесь остались какие-то вещи, весьма странные вещи. Здесь рядом море, определенно море. Именно поэтому здесь находятся эти странные катушки с тросом, который должен удерживать. Не поезда, нет. Он должен удерживать корабли, которые причаливают к берегу. Также здесь есть эта водонапорная башня, да, я так понимаю, она так называется. Ну, то есть она противодействует, так сказать, пожару, который может возникнуть на перроне. А хер его знает, почему нужна. Довольно далеко расположена, если что, так что... тропинка здесь только одна, она совсем не протоптана. Такое впечатление, что здесь лет 50. Нога человека не ступала. Поэтому весьма странно, что мы ищем здесь свою молодую невесту. Я не знаю, как-то очень-очень сильно странно. Здесь все заржавелое, все неиспользуемое, все давным-давно забытое. Но птички поют красиво, я надеюсь, слышно хорошо. Ну и графон, конечно, тоже впечатляет. Так, что это у нас? Scare Hotel и Scare Point. В общем, короче, отель Scare находится вот по этой тропинке, так же, как и Checkpoint. Наша точка сохранения где-то рядом, я так полагаю. Главное не шуметь и слушайте музыку леса. А вы чувствуете? Чувствуете эту красоту звуковую и визуальную? Кто-то оборвал здесь флажки и не удосужился поправить их. Как было обратно. Если что, это пробная запись. Поэтому это пробная запись с нового компа. Поэтому имейте это в виду, что здесь может быть много, очень много ошибок, много, ну, как сказать, лагов здесь не будет, скорее всего. Но здесь будут именно ошибки пользователя, а именно мои ошибки. Осторожно, злая собака. Бивар. The dog. Вы что, издеваетесь, что ли? Каким образом злая собака здесь могла выжить без еды, воды и должного, надлежащего ей ухода? А встреча вообще, ну то есть ворота, конечно, классные, очень классно выглядят в готическом стиле. Здесь горгульи. Это же горгульи, да? Сидят на постаментах своих. С радостью встречают гостей данной гостиницы. Ну, то есть, я не знаю, я так понимаю, что вот от железной дороги сюда должны были ходить колесницы. Ну, судя по дороге, хер его знает, но тем не менее, у меня такое впечатление, что здесь дорога довольно-таки широкая. Повозки должны были ездить. Что такое? Тропинка какая-то. По-моему, что-то слышала. Такое впечатление, как будто я что-то слышала. Угу.
Грандиозное повторное открытие. Отель Сквер. Специальное выступление Элизабет Уильямс. Новая скерская дева. Новая скерская дева. Дочь знаменитой поющей сенсации Пруденс Уильямс. Наслаждайтесь исцеляющим спокойствием и целебными водами мыса Скер 30 октября 1897 года. Благодарю, что так быстро мелькают субтитры и объяснения всего происходящего. Иначе бы я не поняла, что за фигня тут происходит вообще. Есть у нас здесь тропинка влево. Тропинка влево? Хрю-хрю. Никогда не ведет ни к чему хорошему. И поэтому мы непременно последуем именно этой дорогой. Лес выглядит довольно-таки сырым, но живым. Здесь как бы нет никакой особенной угрозы, а обычный хвойный лес на острове Ирландии, близ Англии. А вы знаете, что в Англии обитают оборотни? Вот так-то да. Итак, что это у нас? Погоди, что это такое? Private property, приватная зона. Как это переводится? В общем, VIP-зона, сюда могут входить только, ну, только особые люди, только люди. Собака больше не лает. Только люди с особым статусом сюда могут проходить. Похоже на музыкальную галерею, но я могу ошибаться. Ну, вообще похоже на какую-то, не знаю, беседку в саду, но на сад это не похоже. Хер пойми, что это такое. Видимо, это все-таки вообще странно выглядит, да. Если это музыкальная галерея, а все указывает на это, горшки... Цветочные у нас также есть здесь, я не знаю, я не разбираюсь в музыке. Это фортепиано или пианино, больше похоже на пианино, если честно, но я могу ошибаться, опять же. Так, у нас здесь есть какая-то, что это такое, вазочка с цветочками, типа японского оригами, хер его знает, что это такое. Не оригами оно называется, оригами это бумажные поделки. Его. Простите, я не знаю. Но главное, что есть медвежонок. Плюшевый страшный медвежонок. И портреты. Я так понимаю, что это и есть наша невеста в объятиях своей мамы. Также здесь имеется странная книга с изображением ночного мотылька. А именно это мотылек мертвая голова, весьма символически для данной ситуации. Кстати, если вы не знали, то мертвая голова, мотылек, единственное насекомое, которое умеет петь. Оно издает странные звуки, похожие то ли на вой, то ли на писк. Поэтому еще называют его поющим мотыльком. Страшная штука, очень редкое насекомое, встречается крайне редко, занесено в Красную книгу, насколько мне известно, называется мертвая голова. Как называется на латыни, я, к сожалению, назвать вам не смогу. У нас тут книги, и это патефон. Я также могу ошибаться, я не знаю все эти штуковины с прошлого, но, по-моему, это патефон. Для нас это также точка сохранения, чекпоинт. И это было в немалой степени благодаря моей, что мы смогли открыть отель Скер и приступить к благотворительной работе. О, мама, мама! Дорогая, разве ты не видишь? Я записываю, что я тебе говорила. Никогда не беспокоить тебя, когда дверь закрыта. Но ничего страшного не произошло. Я запишу еще раз, но раз уж ты здесь, моя дорогая, почему бы тебе не спеть для нас? Конечно, мама. Освещать свою земную сестру. Всю ночь напролет
Ну, если честно, я бы не сказала, что это просто шедевр. Ну, то есть пение данной девочки, ну, я понимаю, что она маленькая еще, но тем не менее, ее пение, я бы не сказала, что оно меня впечатляет. Так, пропищать и я смогу, честное слово. Дайте мне просто пару раз потренироваться. И я вам спою гораздо лучше. Уверяю вас. А ну-ка, что тут здесь можно сделать? Так, мы можем здесь сыграть весьма тревожную мелодию, которая, она, скорее всего, нас готовит к серьезным проблемам. Так, хорошо, у нас здесь вороны летают. Офигенно. Еще лучше есть бинокль для того, чтобы наблюдать за птицами. Видимо, для этого сюда люди и приезжали, на самом деле. Также здесь есть трибуна. Трибуна в весьма плохом состоянии. Знаете, что меня еще удивляет? Если это было давно, а все указывает на то, что здесь происходили вот эти события трагические какие-то, загадочные. Довольно-таки давно все указывает на это. Лес разросся в полной мере. Почему здесь бумага в таком хорошем состоянии? Она должна была истлеть под воздействием сырости, дождя. Не окружающей среды, она должна была превратиться просто в хлам. Я бы ничего не смогла там прочесть. Окей. Окей, здесь также есть что такое пруд. Пруд и беседка. Видимо, здесь люди находились в лодках. И прямо с лодок они имели возможность слушать пение данной великой дивы, прям вот отсюда, из этой беседки, ну, то есть из этой галереи музыкальной, они слушали ее пение с этой трибуны, находясь на воде. Ну, наверное, это было весьма-весьма приятно. Ну, поскольку я не музыкальный критик, поэтому мне сложно понять данное удовольствие. Не то, чтобы я очень сильно любила сырость, но лес я люблю. Природу я люблю, да. В природе, в зелени, в этой чистоте можно найти очень много приятных моментов, приятных штук и запахов. Это что такое? Это мост? Куда он ведет-то? Надеюсь, нам дадут возможность посмотреть поближе. Ладно, также нам сказали, что я умею бегать. Сейчас прекрасная возможность это сделать. Попробовать побегать. И увидеть. Что это такое? Я вижу собаку. О, здесь есть собака. Она лает на странную световую луковицу. Это луковица из... блин, что? А это было довольно странно, я согласна с вами. Так, мы выяснили, что за порода собаки здесь обитает. И это шотландская пастушья собака. Они вообще не кусаются, это небольшого роста песики. Очень дружелюбные, очень любят детей, вообще любят людей. И главная задача — это пасти овец. Она убежала туда, да? И она здесь наблюдала за какой-то... Что это было вообще такое, непонятно. Может, это был, я не знаю, направляющий луч. И специально для нас, чтобы мы знали, куда идти. Но здесь линейная тропинка. Здесь больше не здесь тем, где заблудиться. Нахрена здесь был этот свет? Что это такое было? Здесь также есть лодки, но мне кажется... Ау! Я спустилась ниже, смотрите. Да, я спустилась ниже. Вот там я была, а сюда я спустилась. Вот такие вот делишки. Окей, ладно. Пойдет. Меня это вполне устраивает.
Не знаю, сколько времени прохождения прошло. Сейчас 2 часа дня по полудню. Окей. Обмелел пруд, данный обмелел. Здесь явно вода ушла отсюда. Здесь ее, наверное, было больше. Но я могу ошибаться. Идем за собакой. Я думаю, что собака обманывать нас не станет. Мне кажется, она наш друг. Потому что она очень милый пастух. Это собака-пастух. Зря вы написали на воротах, что это злая собака где-то здесь обитает. Еще раз прошу извинения за свой голос. Это те ворота, к которым мы подходили с той стороны? По-моему, нет. По-моему, не они, по-моему, другие. То есть здесь что, две пары ворот, что? То есть двое ворот. Не две пары, а двое ворот. Там была вывеска «Злая собака, осторожно». Дело в том, что у первых ворот, где мы прочли эту самую вывеску, там горгульи вот эти, они были обращены в сторону прихожих, тех, кто приходит, пришедших, так сказать, гостей. А здесь они обращены в сторону, собственно, замка Скев. Вот это пение, оно начинает меня несколько раздражать. Оно не сказать, что приятное, на вытье похоже. А дорога указывает на то, что здесь ездили колесницы. Именно четырехколесные экипажи, скорее всего, вместе с лошадьми. Когда-то здесь дорога была вымощена камнем. Странно, что он превратился в вот такую вот щебенку. Скерк Хотель, да, это мы читали уже, грандиозное повторное открытие, да. Угу. Короче, само представление должно было проходить в 1897 году, 30 октября. Но мне интересно, какой именно сейчас момент времени, в котором мы находимся, потому что у меня такое впечатление, как будто прошло лет 50 с тех пор, и мы уже находимся совсем... в другой временной полосе. А! Так, что у вас тут происходит, слушайте? Вы мне начинаете не нравиться. А, дерево улетает под это пение. Вот не надо так делать. Вот не надо, это портит общее впечатление, общую атмосферу и прочую ерундистику. Да, экипаж, а где лошадь? Трупа лошади нет, на том спасибо, благодарю вас. Наш герой не умеет прыгать. Мы не умеем преодолевать данные препятствия вот в виде упавшего бревна, упавшего дерева. Там есть еще дополнительные ворота, они нас ведут еще куда-то. Следовательно, на этом острове существует не только отель Скер. Здесь есть еще, наверное, поселение. Но экипаж такой себе симпатичный. Ядовитый плющ здесь все. Обуял, овел своими лозами данные металлические конструкции. Загадкой пахнет. Гранд Реопенинг, великое открытие, то есть великое повторное открытие. Реопенинг — это заново открытый. Так странно, здесь рычаг есть здесь рычаг. Идем. Я начинаю понимать суть игры. Нас ожидают загадки, странные переключения. Так, у нас здесь сторожка. Здесь должен был находиться, видимо, дворецкий или хер его... Нет, это не дворецкий. Дворецкий внутри замка должен находиться. Здесь находилась охрана, судя по всему. И, знаете, она находилась в весьма прискорбных условиях, как кажется. Однако здесь есть электричество. Схерали на таком острове, в таком... странном месте находит, ну то есть есть электричество, откуда, чем оно питается, хер его пойми. Так, какая-то странная конструкция, это видимо для ворот. Здесь также есть что-то типа котельная, здесь обогреватель, это фиг.
знаю. Некоторые инструменты, ладно, о боже мой, это пение действительно сводит с ума. Пожалуйста, быстрее. Мы Томас же, нас Томас вроде как зовут, очень легко одеты для данного острова. Если мы находимся рядом с Ирландским морем, то здесь довольно холодно будет, друзья мои. А я в какой-то рубашке и брючках, это будет холодно, я замерзну. Это будет очень холодно. Будет так холодно, что вы начнете разговаривать вот таким голосом, как у меня сейчас. В нос, в общем, закрыть ворота нельзя. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Я не спорю. Фонтан здесь когда-то был. Ну, действительно, все выглядит так, как будто здесь 100 лет, как никто не живет. Каким образом здесь наша невеста окопалась, хер его знает. Фонтан не работает определенно много-много лет. Здесь папоротник вырос посредине, вы чё? Папоротник это многолетнее, очень злобное растение, которое может оккупировать вашу территорию в течение 10 лет. То есть, как минимум, здесь 10 лет никто не обитал. И она приехала сюда петь для своего отца. Странно. Еще один экипаж. При этом сам экипаж, то есть, ну, вот эти вот штуки, кареты, хер его пойми, что это такое. Ну, это экипаж, это не карета. Выглядит вполне новыми, как и поезд, на котором мы приехали. Мне кажется, конечно, это ошибка доработчиков, ну, то есть разработчиков. Нет на самом деле никаких претензий к ним, поскольку это инди-проект. Наверное, здесь немного людей трудились над данным проектом, но тем не менее. Вот такие ошибки, наверное, бросаются в первую очередь в глаза. Оно должно было запресневеть и тоже порасти зеленью, потому что, как правило, эти экипажи, они из дерева и древесины сделаны были. А где лошади? То есть здесь конюшня где-то рядом должна быть. Ну, раз здесь есть собака, соответственно, псарня, соответственно, конюшня. И там еще я видела открытое окно, наверху есть открытое окно, его можно увидеть, там вот... Белые занавески развиваются, словно приглашая нас, словно говоря нам о том, что здесь все-таки обитаемая зона, и кто-то здесь есть, но не выглядит эта зона обитаемой. Весьма все странно. Здесь, наверное, тоже должна была вода журчать. Ну, вообще, место, конечно, шикарное. Если его как следует оборудовать. Место просто волшебная птичка еще мимо пролетела. Представьте, если здесь вечером зажечь все огни вот этих вот фонарях. О боже мой, здесь будет такая красота. Чисто для фотосессии. Чисто для фотосессии. Офигенно, короче, двигаемся дальше и встречаемся в следующей серии Made of Scare. Отлично. Будем надеяться, что загрузка не продлится слишком долго. О, боже мой. Но мне все же нужно сделать, наверное, паузу. Что я сейчас поперхнусь собственными соплями. Это будет смешно. Ну да, вы поржать, конечно, сможете. Что за странный звук? Вы слышали? Это не я чавкнула, это здесь кто-то топтался до меня. Так, выйти обратно нельзя. Выйти обратно нельзя, окей. Все же я сделаю паузу. Я сделаю паузу не потому, что мне нужно как следует прочистить свое горло, а потому, что здесь есть пятно крови, которое указывает, что следует сделать паузу. Всем пока.